это была не интрижка. Ты была на ладошке, как прекрасная книжка грубой суперобложке. Я влюблен был, как мальчик, с тихим трепетом тайны. Я листал наш романчик с неприличным названием. Были слезы и угрозы, все одни и все те же. В основном была проза, а стихи были реже. Твои бурные ласки и все прочие средства — это страшно, как в сказке очень раннего детства. Я надеялся втайне, что тебя не листали, но тебя, как читали, не слишком многие брали. Не дождаться мне мига, когда я с опозданием сдам с рук на руки книгу с неприличным названием.